В День защиты детей в Москве почтили память погибших в Бесланском теракте. Ежегодно 1 июня на площади у Аланского подворья собираются сотни людей. На церемонии присутствовали член Совета Федерации Федерального собрания России Арсен Фадзаев, в Рио полномочного представителя республики при президенте России Борис Джанаев, представители посольства Южной Осетии в России, сотрудники постпредства Северной Осетии при президенте, члены Совета Московской Осетинской общины и студенты. В храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках настоятель Вячеслав Джейранов отслужил панихиду. После присутствующие возложили цветы к памятнику, посвященному погибшим в теракте жертвам. Борис Джанаев отметил: «В этот день мы в очередной раз напоминаем себе о том, что обязаны делать все для того, чтобы подобные трагедии не повторялись, чтобы обеспечить нашим младшим мирное настоящее и будущее». Жертв теракта вспомнили и в музее-усадьбе Мураново Пушкинского района Московской области, где на святом источнике Казанской иконы Божьей Матери расположен парк в память погибших в Бесланской трагедии и в их лице всех детей, ставших жертвами локальных конфликтов.